разложила мои монетки. Все, в этом году я стою здесь. Но еще пока просто положила. Сейчас сижу, пью кофе. И потом буду думать, как разложиться. Ну, вернее, уже кое-какая идея есть. Поэтому кофе ее отшлифует, и я уже буду быстренько раскладывать. Вот. Приблизительно так это будет. Еще не 100% все готово. Что-то я доделываю. Ну, в общем-то, основную массу я уже разложила своих шарфиков разных. Но в этот раз я опять не возле стены, как говорится, но все-таки хоть что-то. Вот сделала такую импровизированную стену из поддона и закрепила вот на две эти, не знаю даже, как их назвать. Но, во всяком случае, это смотрится значительно лучше, чем прошлые года. Все лежало на столе и абсолютно невидимо. То есть взгляд проваливался. А так тут уже где-то какие-то стеночки, какие-то эти самые. Вот такую штучку сделала. Но тут я еще не довела до логического конца. И здесь еще с мылом немножко надо разобраться. Основную партию я пока еще не привезла, потому что ее нужно запаковать и сделать аннотацию к ней. Вот, ну, часть уже готова. Часть уже можно вот упакую сразу здесь на месте. Ну, такие вот дела. Еще нужно сделать кремики. Вот у меня осталось только два. Еще надо сделать. Аннотацию надо будет сделать на шампуневое мыло. Думала, у меня с собой есть, а оказывается, нету. Вот, кое-какие варежки. Шлюпсики такие, шлюпсики. Вот носочки мои. Размер есть, там все стоит. Вот такие вот дела. Так что практически все готово. Вот. Это помещение потихоньку заполняется. Я потом еще чуть-чуть попозже поснимаю. Вот. Там еще будут картины, еще несколько этих работников. Он, кстати, эти самые, то, что я говорила. Так, ой, где она тут? Не хочет. Канекизума. В общем, не хочет вон она там. Вот она. Этот. Такая качалка. Вот, ну, в общем. На данный момент так будет. Вот, а там что-то, как говорится, пересплю с этим делом. Может, какие-то мысли появятся. Тяжело без этого самого, без стенки. Ну, поживем, увидим. Вот, в общем, здесь мы сидим. Тут мы балдеем, когда на дежурстве. Здесь у нас всякие штучки, дрючки. Это такие носочки тепленькие. Они сначала связаны, а потом свалены в стиральной машинке. Очень теплые. Вот здесь еще всякие тряпочки, всякие штучки. Вот такие сеточки нынче в моде. Вязаные. Очень такая вот сеточка. Классно. Ну вот, что у нас на сегодняшний день? На сегодняшний день у нас есть еще вот такие штучки классные. Вот, это из дерева сделаны. Такие вот машинки. Это для намазывать масло. А это поддерживать кое-что. Потом покажу, как. Вот, это у нас такие тоже вязаные штучки разные. Вот. Ой, какой прикольный. Какой прикольный товарищ. Вот всякие везушки, повезушки. Вот это шарф, который на бинаде используется, сверху покрывается. На женском. Бинада — это традиционная одежда норвегов на какие-нибудь праздники. Так, тут кое-что лежит.
Вот, что-то доделано, что-то нет. Здесь еще всякие штучки. Тут тоже будет брюкт, то есть пользование БУ, но они такой а-ля антиквариат. Вот. По идее, да, можно купить хорошие вещи с историей за довольно... Ну, не могу сказать, что прям маленькие деньги, но... Ну, все же. Тут еще не все разобрано, поэтому в процессе. Ой, какой шикарный саквояж. Вообще балдеж. Вот, и вот эта штуковина, о которой я говорила, это вот это такое качалка. Вот, не знаю, для чего вот этот вольерчик. Вот, ну, смотрится прикольно. Может, для каких-нибудь животинок. Не знаю. Как будет узнать. Тут всякие вкусности будут. Тут только начало. Это эти самые... Как это называют? Специи. Сделанные. Домашние. Очень вкусные. Для рыбы, для тако, для пасты. То есть для макарон. Вот. Здесь еще будет медик. Еще другие разные печенюшки. Вкусняшки. Вот. Тоже такие штучки, дрючки. Вот это мои партийные задания не доделала. Вот здесь еще будет, вот они, всякие женские украшения с камешками. И вот такие штучки. Вот. Стол, все продается, такая потрясающая коляска детская, древняя, вот такая просто вообще прям класс. Вот так вот раньше детвору возили, да, коляска просто отпад. Потрясающе. Так, куда я еще не дошла? Туда, там у нас барышни, кто крючком вяжет, кто как. Вот. Выставка начинается 28-го. Вот, всякие штучки. Ой, меня бывшие заели. Столько сидеть, дрюпаться, честное слово. Ну, красота, конечно. Мечта. Да, такой. Вообще, конечно, она вяжет. Это отпад башки. Тут тоже кое-какие вязаные штучки. Еще не все сделано. Тут что-то шито самим. А может, не шито самим. А нет, это, по-моему, бэушное. Может, переделанное. Ну, не знаю, посмотрю. Вот еще такие детские всякие фитюльки. Вот шляпки, одежка. Вот. Ой, какие прикольные звери. О, какая рыба. Рыба. Вон еще одна рыба. О, и я сюда на фоне. О, и тут какие рыбы. Я и не видела, пока пришла. Пока туда все. Какая красивая ваза. Класс. А это у нас кто такие? Ну, в общем, как говорится, есть что посмотреть. Это еще не все. Потом будет еще. Потому что не все могут приехать сразу привезти вещи.
Жуть какая. На улице такой жуткий дождь. Это просто капец. О, уже плюс 5 градусов. Приехала сюда, да, здесь было где-то плюс 2. Сейчас уже плюс 5. Все, я, в общем-то, разложилась по мере того, как насколько мне, в общем-то, показалось. Но я не совсем довольна, скажу честно. Потому что опять у меня нет стены. И поэтому, вернее, скажем так, половина стены. Блин, где вот эти перчатки? Вот, и поэтому на самом видном месте сверху. И поэтому, в общем-то, я разложилась так, как я разложилась. Как говорят, в Норвегии у них есть хорошая такая поговорка. С этим надо переспать. Вот. В общем, с этим надо переспать. Мне посмотреть. Я в субботу сюда приеду, потому что в пятницу, как я говорила, буду сюда везти, как это называется, фюглекассе, вот эти домики, кормушки для животных. Так, пацан, ты почему здесь стоишь? Ты едешь или ты не едешь, или что? Или что-то? То ли припарковался, то ли еще что. То в субботу в 12 часов нужно быть здесь, и я уже привезу часть своих еще кое-что. И заодно эти кормушки для птиц. И тогда посмотрю уже, как говорится, свежим взглядом на то, что я там налепила сегодня. Плюс еще надо привезти мыло. Но мыло, думаю, наверное, я привезу ближе к выставке. В общем, вот такие, вот такая у меня поездка в Крагера. Что-то я подустала, между двумя девочками говоря, но шею опять схватила. Но не будем о грустном, будем о веселом. Что где-то через час я буду дома. Все, целую, обнимаю. Чава-какава. Видео чуть попозже будет. Еду и думаю. Настолько дрянная погода. Сверху льет дождь, внизу мокрый снег. Полный, как этот самый, как губка, впитавший себя эту воду, которая льется с неба. Думаю, какое счастье, что есть дом, в который можно зайти в тепле, посидеть, отдохнуть, я не знаю, вообще в тепле. Я так подумала, бедные эти животные, это вообще капец. Все эти лоси, косули, я не знаю, волки, динозавры. Ну, динозавров, конечно, нет, но только подумать, вот бедные эти животные, и спрятаться никуда не спрячешься, и сверху мокро, снизу мокро, это просто, в общем, крайне скверная погода. Не вышибать. Но единственное, что радует, это вот все-таки как бы плюсовая температура, плюс 1. Смею надеяться, что я еду с первого раза к дому, потому что такая мокрый снег, очень неудачно, неудобно въезжать в него. Сейчас посмотрим, может. Славьте яйца, потому что в основном в такую погоду все время катишься вниз, машина проскальзывает. Дом. Home, sweet home.
Дом мой, сладкий дом.